Совместное мероприятие районного масштаба «Молодой гвардии Единой России» и межмуниципального управления МВД России «Одинцовская» прошло в Лесногородской школе. Ученикам старших классов рассказали, чем занимается крупнейшая молодежная организация страны, в частности, о проекте «Перспектива роста», который рассчитан на молодых специалистов. «Перспектива роста» – это достаточно важный проект для многих из вас. Он помогает трудоустройству. То есть мы собираем большую базу работодателей, собираем большую базу соискателей, и у вас будет замечательная возможность как раз посетить то предприятие, где бы вы хотели работать в Одинцовском районе, и поговорить уже конкретно не с представителям набора по персоналу, а с руководителем организации. Оказывают молодогвардейцы и адресную помощь, в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединиться к общественному движению может любой активный гражданин старше 14 лет. Одинцовские полицейские, в свою очередь, напомнили старшеклассникам Лесногородской школы о вреде употребления наркотических веществ и об ответственности, которая неизбежна в случае совершения преступления. Рассказывал непосредственно о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. То, что наиболее актуально в их возрасте, да, от чего-то предостеречь, что-то напомнить, нормы Уголовного кодекса, административного кодекса, да, поведение в общественных местах. В завершении встречи гости ответили на вопросы старшеклассников.